Ребятушки мои дорогие, дорогая моя команда Бифри, круть крутая, ребята, а у нас дын-дын-дын-дын-дын. Это реально круто, один человек зашел, 9 человек получили выплаты. Произошло такое движение, это вообще выплата за выплатой, движение за движением, просто вообще счастье такое за людей. Выплата $150 получена мной сейчас, сейчас я вам покажу свой чек. А я счастлива, Я летаю, я просто летаю. Мне и нога не нужна будет. Я буду летать от таких выплат. Йоханы, бабай! Я вообще, ребят, в восторге от нашей компании, от нашей команды в особенности, да? Команда круть крутая. Вот он, настоящий краудфандинг в действии. Круто, да? Ты спишь и не знаешь, такой бах, просыпаешься, у тебя 270 тысяч рублей. В смысле? Я сейчас только что получила выплату $900, представляете? $900 одним чеком. Я не знаю, почему вы еще не с нами. Честно, вот искренне, не понимаю. И сегодня я проснулся, все поздравляют, не пойму, в чем дело. Мне пришло $300, ребят, на счет. Я просто в шоке. Вот, значит, что значит командная работа? 2700, круто! Мы все идем к таким результатам. У нас обалденный маркетинг. Зашел один человек, и такая движуха произошла. Сегодня у меня произошло событие. Я получила свою первую выплату от компании Бифри. Это просто только в нашей компании, по-моему, такое возможно. В нашей команде круть крутая. Каждый день выплаты летят. Я, ребята, вообще, блин, елки-палки, Бифри рулит, вот это да, вот это настоящее дело. Я сегодня с утра получила $150, 15 тысяч рублей. Представляете, я мамочка в декрете с 3 детьми и уже получаю просто на лайте вот такие деньги. Вот так за один день заработать 30 тысяч, 30 тысяч рублей, вот так. Вот так вот, на лайте, дома. Просто заработала $300 практически за сутки. Здесь нельзя не быть. Здесь нужно быть любому и каждому. Ребят, заходите. Компания Бифри. Анна Михеевой большой-большой поклон за такой маркетинг. Ребят, тут просто надо быть. Тем более в автохаусе. Юля сегодня зашла 2 местами. Она за час, ребят, за 1 час вернула свои деньги. Все, она может больше никогда в жизни ни копеечки не вкладывать, только идти пошагово зарабатывать, и она в 2 раза будет получать уже больше. Понимаете, в 2. Автохаус — это просто бомба. Правда, бомба. Партнеры мы его зажгли этой ночью. Пока Дальний Восток спал, как всегда, Центральная Россия зажигала. 2700 Дмитрию тоже пока спит. К завтраку. Вот это будет, да. Интересно, он уже проснулся или еще нет? А кому ему спалось? У нас неважно, какой день недели, выходной, либо будет, или праздник. То есть всегда люди зарабатывают. И каждый день у нас движение. Команда круть крутая рулит, ребят, так держать. Гости, наблюдатели, не думайте. Присоединяйтесь к команду «Круть крутая» и получайте выплаты такие или еще больше, да?